Считаю, что современная девушка, кроме того, что она должна следить за собой, ну, там, в плане внешности, там, за состоянием своей кожи, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, она должна себя развивать именно как человека, как личность, и тогда просто то, что идет изнутри, оно все равно отражается внешне. То есть это отражается в глазах, это видно потому, что человек делает, там, что он говорит. И вот это вот и есть, мне кажется, идеальное такое сочетание всех качеств, идеальный образ красивого человека и красивой девушки.